И всем здравствуйте! Сегодня я расскажу о таком расширении сервис подбора цвета. Данное расширение вам поможет удобно подобрать ID цвета. Давайте все расскажу вам поподробнее. Но опять же, переходим и скачиваем данное расширение, устанавливаем на ваш браузер. Вот мы перешли сюда. Нажимаете вот сюда и устанавливаете данное расширение. Установили. Как вы можете видеть, я его заранее установил. Вот, оно у меня находится. Я на него нажимаю. И появляется вот этот сервис подбора цвета, как вы можете видеть. И на это нажимаем. И мы попадаем на данный сервис. Здесь собраны не все цвета, а основная палитра цветов, которые большинству подходят. Можно так сказать. Название цвета и вот этот вот номер цвета, ID, или код, по-другому. В целом, спектр достаточно широкий, как можно посмотреть, удобный. Но, немного маловатый для тех, кто занимается именно больших масштабах. Для тех я сниму чуть попозже ролик отдельный для таких людей. А вот это подойдет тем, кто любит рисовать и хочет подобрать цвет конкретный, но не может определиться. Вот как, например, вот по оттенкам, какой лучше подойдет вам оттенок. Но также в Яндексе есть такая функция. Вот, смотрите, видите? Можно здесь тоже подбирать. Ну вот, давайте возьмем вот, например, вот этот вот цвет, вот, ну вот, который я наподобие говорю, вот сейчас вот скопируем его и вставим вот сюда. Вставили. Вот так, раз, раз. И вот сюда вставляем его. И типа ищем. Вот. И здесь уже описывается подробнейшим образом, что это за цвет. То есть удобно. Взяли и сразу узнали. Ну, всем спасибо. Подписываемся на мой канал. И до свидания.